ли я повыше со снайпера подымусь, с гор посмотрю, оп, типа. Сзади еще УАЗик едет. Еще УАЗик с СПГшкой сейчас будет обгонять. Вижу пехотинца, стоит около дома, самого крайнего запада. Штурмуем потихоньку. Мы на красный. Все, двигайтесь потихоньку, от этого парня отрабатывайте, мы вам будем информацию давать. Поставим. Мы постоянно стреляем в него. Белым подавляем второй. Блин. Белый дом, хорошо. Чё? Чё, гранат? Вижу, кто заходит. 75-й заходит в город, тоже прошу обратно. Не перемешайтесь. Да, не скинули, ребят. Какие-то хаешки летят опасные. Проверка КВ? А, на КВ? 75-й на КВ? Да, на КВ. Да, Рама, мы перемешались. У вас в церкви есть кто-нибудь в церкви? В церкви нет. В церкви нет. Тех, кто-то. Нет. В церкви я видел, только что нажал. Давай. Приведите инфу у забора, который выходит на нас, прям у розового. Пех лежит где-то в кусте у церкви. Ты сейчас стрелял, да? Там вдоль дороги свой лежит, ты бы кидай. Враг. Убили этого на камеру. Убили. Считайте, сколько там убили. Один. СР. Их 9. Хай. Есть свои? Который по центру около танков. Если нету, там враг на втором этаже. Парни, у кого свободно. Подожди. Да.
Двухэтажный чисто, дома белый, который вы стреляли. Да, синий, бронеки. Шайтан, я потерял тебя, я доведу. Сейчас, погоди. На моей? Не понял. Да. У нас лицо в меня же ничего. Кажется, медали у СМИ. Вот так пойду, баттер, по зеленым. Сейчас спуск куда был по дому, а я сейчас туда пойду. Правильно, да. Это я кинул. Да, был. Там еще живой еще. Внутри территории церкви, где заборчики, там пехи бегали. Аккуратно. Ну я тут. Сарай, он может быть, его бусит. Шайтан, подскажи церковь твою на дыре. Повтори. Подскажи цифру, которую у тебя на прицеле. На углу мертв. На дыре есть. А, хорошо. Шайтан, на них снайпер. Два мертвых. Один мой, одного кто-то убил. Там. А Ешка пошла в дом. Не было. Блядь, нет. Гранаты, враг. Ищите, блядь. Вот слышите гранаты, блядь. Я враг. Кидаю. Свои гранаты кидаете, ты говоришь, что это кидает. Свои. Егор. Да-да. Вот сейчас кто гранат кидает? Живой, но я не вижу никого, если сейчас ни в белом доме, ни в желтом доме. Желтый на апреле. Че это приехал? Это я на квазике на нашем. У тебя коробка есть, да? Дом чист. Желтый, белый? Моя метка актуальная. Блять, на меня кто-то смотрел. Такой бело-синенький. Прямо ты на втором тоже актуальный? Нет. Я на втором, на синий, на актуальный. В правом доме пех, как будто бы. Да. Да-да-да, какие-то. Желтый, да? Нет, белый. Хорошо, сейчас. У него батя работает. Он живой, он стреляет. Может. Это противник стреляет? Да-да, враг. Подхожу туда. Убили? Да, убил. Все, их давай вокруг займите, мы сейчас на кисы будут клеить. Кто вообще дает труп по полю? Да, без. Труп считайте. А где ты мне? Бать, посмотри, в машине есть коробка. Только на ДШК. Где-то в районе. Так, пацаны, я вы за
вызвал медика на желтый крест. Желтый крест просто там, туда медик сейчас приедет. Принес тебе медицину. Еще кто-то из себя так просто задал. Двух трупов не досчитались по карте. Нет, где-то есть, должны быть еще в самом начале. У около Дики в доме был, надо проверить. Его Ронни убивал. А пацаны или танк без подкреди уже там есть кто? Может позаныкался? Красный вопрос, неизвестно что с судьбой Пеха. Мы сейчас у танков с Егором, у танков все чисто. Я насчитал лично четверых. Просто одна крыса засядет и устроит пиздец. Сейчас проверим, я пошел к танкам. Я проверю. Знак вопроса, я зачищал. Да, да, там я прочел, я только знаешь, забегал. Я коричневый сейчас проверю. Сажусь в танк. На коричневом движении не видим, но смотрю тут. Кто на УАЗике отъедет? Давай, давай, Нисы. Что за один мощный выстрел был сейчас? Тоже свои. Кто, а второй там кто-то забирает? Сейчас. Да, сейчас. Ага. Стой, стой. Тут слева ящики должны быть. Стой, стой. Вот тут должны быть ящики. Сумку бы побольше или разгрузку. А, Рик, тебе бинокль нужен? У меня же есть. Кому нужен бинокль? Тоже могу отдать, кстати. Я возьму. Посреди комнаты. Попробуем за врага все наши, да, плечо. Где он? На улице, да, где ты валялся? Да, да, сейчас. Парни, погрузите мне в УАЗик СПГ, пожалуйста. Или ну его нахуй. Я пулял по фигану. Дай кидай. Свои валяшь. О, метки не было. Проверим. Парни, принесите, пожалуйста. Да, он две, лучше две, будет. Ящик, предупреждать. Приказ будет он еще?
загрузим. Все, поехали. Садитесь, у вас. Подожди меня уже. Да мы, я не уезжаю, просто развиваюсь. Садись. Осталось. Не-не, мне норм так. Сейчас тут на запад батыр будет. Тут можно на запад по зеленке. Че, Ловкин? Немного юго-западнее, где-то домики должны быть, у нас высадка там. Можно штурмовать вот этого снизу, да? Да. Как думаешь, сегодня вот на позе есть ворлок? Они не могут выходить сюда. Снайпера убил вражеского. Thank you.
двое. Шайтан, ты по желтому, да, дому? По маленькой строечке разрушенной, там у них пулемет стоит. А что за дом, направишь? По центру города такой, двухэтажный? Да, желтый двухэтажный, там их два, один на втором, другой на первом. Да-да, он. Да, я понял. Егор, ты не в маленьком белом домике? Нет, я... Это, где мы встретились? А, понял. Блин, у нас были квадратные ДВшки большие. Вижу какого-то кошника, не пойму кто это. Короче, убил его. Вроде наши вообще не должны с той стороны атаковать. Просто с юга города вижу сидит пехота. Вроде наши там не должны с той стороны идти.
Да. Ну и как сориентироваться, блядь, где? А где пулемет, я не вижу. Не вижу его. Это если что. По-моему, рядом противник. Она тебя точно? Нет, сейчас я подвину. Сучка. Рижский, да, ты в нем? Ну, вот это, американские эти блоки, блядь, подрали. Рижский, да, северный. Вот написан же на карте он. А, во. Что это? Блин, одного своего где-то прибрал все-таки. Так аккуратно стрелял, блин. Эй. Хорошо, хоть не мы, блин. Больше роликов по серьезным играм я заливаю на Boosty. Ссылка будет в описании под видео.